Очко носорога, причем тут Evil и Sentry, если меня зовет играть по бабу, я даю свой аккаунт другому. Ну то есть меня на дуэли зовет один человек, а играет другой. Да, потому что Evil сказал, что тут все friendly community, что тут нет токсиков, и Джерк, почему ты с нами не играешь? Мы хотим, чтобы ты с нами играл. Это все слова Евила, блядь, через Пака. Мне похуй, блядь, кто здесь у вас участник комьюнити, кто у вас, блядь, не участник комьюнити. Бабабу играет с вами, блядь, на ваших ебаных серверах. Он орал, что я читер, который, блядь, дает себе нечестное преимущество через админку. Я ловлю его на сервере, блядь, и мне говорят, это Бабабу, иди сыграй с ним. Я говорю, Бабабу, пойдем. И тут, блядь, получается такая хуйня, что вместо Бабабу играет другой человек, блядь. И то есть, блядь, первая тоже же игра читер, с френдли. Да мне, да он не читер, блядь, мне похуй, кто он, блядь. И тут же первая игра, блядь, с чуваком оказывается пиздобольной игрой, блядь. И это такое у вас, нахуй, френдли комьюнити. Да правильно я вас хуй сошу, лохов, блядь. Вы не вывозите, блядь, даже сами за себя, нахуй. Fuck you. Все. Мне похуй на ваш чат. Еще раз. Был один хуй, который орал, что я читер. Я его зову играть, и вместо него идет играть другой человек с тем же, сука, ником, блядь. И все, пиздоболы. Ёпты, вы пиздоболы, ваши комьюнити, пиздоболы, блядь. Первая же моя игра с комьюнити, да я знаю, что это не я, блядь, я это понял, ёпты. Первая же моя игра с комьюнити, блядь, оказывается пиздоболом, ёпты. Нет. Понимаешь? Я сам не часть вашего комьюнити, я не играю в ваши матчи, я не играю на ваших серверах, мне похуй. Давай, блядь, не надо, блядь, пиздеть здесь. Бабабу хотел сыграть со мной давно дуэль. Он давно меня звал. Я давно с ним не играл, просто чтобы лоха патрулить. Тут я зашел в синем виде, блядь, дерьмище пьяный, и говорю, давай, Бабабу, я тебя сейчас в синем виде разъебу. И тут не Бабабу играет, а какое-то бло-бло-бло, блядь. Что такое, блядь, вообще нахуй? То есть меня зовет играть один чувак, а вместо него играет другой. И вы еще, блядь, защищаете, сука, пиздобола. Это вообще пиздец, нахуй. Это просто, блядь, кек, ёпта, ёбаный в рот, блядь. Да ладно, ты его защищаешь, говоришь, ой, это такое комьюнити, блядь, читай чатик и так далее. У меня с головой все в порядке. Я верю людям до последнего. Когда человек говорит, пойдем играть, я с ним играю. А не с другим человеком. И я, сука, прекрасно знал с самого начала, что стоит мне вызвать на дуэль лоха, как тут же будет играть другой человек за него. Блять, я это с самого начала, сука, понимал. И так, сука, и получилось, блять. А мне похуй, часть его комьюнити. Не часть его комьюнити. Тебя что ли? Ну ты и так унижен, блядь. Нет, я решил унизить. Я решил пиздобола поставить на место, блядь. Понимаешь, что все дело? Ёпта, давай поорём, кто громче орёт. А, сейчас тебя замечу, дурака, нахуй пошёл. Да, я тебя заметил, чтобы не орал. Да, вот именно, что прикол в том, что все хотят обыграть Джерка, ни у кого это не получается, потому что как-то хуёво играют, наверное, люди очень сильно. Даже сейчас, блядь, у Афера не получилось, или кто-то няшка, блядь. Так только что же тебя обыграли, 13-1 счёт был, разве нет? Кто? Ты дурак, я вылетел с сервера, ты видел, блядь? Я потом зашёл, блядь, на сервер, карта уже закончилась, говорю, давай продолжим играть. Он такой, давай продолжим. Вот, и давай, тут я выясняю. Вот, И тут я выясняю, что это другой человек. Я не буду играть с другим человеком. Нахуй мне это надо. Ты только что сказал, что тебя никто не может выебать. Чел? Я тебя заметил, что ты не орал. Еще раз, блять. Человек меня вызывал на дуэль, Бабабу, один.
я играю с другим. И что? Это и не что? То же самое, блядь. Меня никто не может обыграть, да, потому что как-то никто не может нормально, честно меня обыграть. Так уж не получается, блядь. Да, давай, блядь, кстати, я тебя сыграю. Не слышу, я тебя замютил, ну потому что ибо нехуй. Вот, ну, Бабабу орал, что я читер. Я зашел не обыграть кого-то, блядь. Я зашел доказать, что я не читер для одного человека, блядь, перед всеми. И тут получается так, что пиздобольство, блядь, опять получается, понимаешь? Пиздобольство, блядь. И Афер, блядь, не может нормально сыграть со мной, сука, трезвым, блядь. То есть я... Тут все подстилки. Да, ты тоже замешан, кстати. Вот, так вот, я сказал сразу, что я в говно синий, я готов обыграть, блядь, Бабабу. Я не буду играть в говно синим с Афером, с Няшкой или с кем-то еще. Я не долбоеб, блядь. Я прекрасно знаю, что синего меня обыграют. Я нашел доказать Бабабу, что я не читер. И тут, блядь, так получается, что почему-то... Да причем здесь заманил на дуэль с другим игроком? Пиздеть много ума не надо, блядь. Пиздеть, это, блядь, низшая вообще хуйня, ёпта, которую только можно придумать, блядь, пиздобольство. Ой, тебя обманули, ёпты, мы тебя обманули, мы пиздатые. Ну да, обманули. Гордитесь собой, ёпты. Только когда вы все заходите на паблик, я ваших мам раком там ебу, и вы ничего не можете сделать. Афер вообще на паблике не играет, ну потому что на паблике скилл надо иметь, всё-таки, блядь, идти не дуэль играть, блядь. Вот, дохуя народу играет. И получается пиздюля так какие-то нахуй. Так это легко откуда-то подстилку на мясо, тебя поставили, типа, например, Бабабу, а это Афер вместо Бабабу. Это же легко сделать. Так уж получается. И единственное, реально, моя первая игра с куском комьюнити оказывается игрой с пиздоболом. Прикольно. А потом мне рекламируют ваши комьюнити как friendly, non-toxic и все такое, блядь. Это ж смешно. Нет, Бабабу хотел дуэль со мной. Он мне персонально орал на паблике, что я хочу с тобой сыграть. Что ты, джерк, блядь, добавляешь себе через админку ХП, броню и все такое. Че, нет, блядь, Шого. Блядь, давай ты нахуй, не пизди только, хорошо? Я был кучу раз свидетелем того, как Бабабу орёт, что он меня обыграет на, блядь, в дуэли и нихуя не обыгрывает, блядь. Я просто упомянул факт, что это был Афер, а не Бабабу. А ваше пиздобольское комьюнити хоть что-то по-серьезки может, блядь, вообще сделать, нахуй? Или не может? Или вы все только пиздеть умеете и рофлить, блядь, на деле-то? На деле реально оказывается, что я играю с кучей пиздоболов. Это, блядь, пиздец, какое нахуй нечто. Афер, понятно, сыкло. Он, блядь, на паблике ко мне не заходит, потому что, ну, на паблике, блядь, пиздец, пизды такие нахуй получаются. А я не играю один на один, в принципе, ни с кем. Я давно уже не играю, блядь, один на один ни с кем. Я зашел сыграть с Бабабу, чтобы показать пидорасу, что я без читов играю. Вот и все. Я не зашел доказать, кто здесь круче. Это у вас, блядь, комьюнити, сука, доказывает, кто тут круче в игре, которую, сука, 17 лет уже практически. Пиздец, блядь. Куча новых игр вышла, блядь, никто в них не играет. Мамка, наверное, компьютер, сука, мощный не купил. Пиздец, блядь. И реально первая же моя игра оказывается игрой с пиздоболом. Прикольно вообще. А потом такой, а Джерк, а что ты с нами не играешь? Да потому что я ваших мам всех ебал, вы пиздобол. Ёпта, все, блядь, первый, самый первый, блядь, каждый первый пиздобол. Кто, блядь? Камон, я не играю в дуэли уже очень давно. Я кого надо было выиграть, когда игра была актуальна? Я всех разорвал. А потом, когда, блядь, игре стало уже 10 лет, блядь, или там 9, 8, я не знаю, когда игра стала неактуальна, тут, блядь, школьники, сука, проснулись, начали задрачивать ХЛ, блядь, пиздец. Когда, сука, Джерк устроился на нормальную работу, когда нашел себе женщину, когда у Джерка не стало времени свободного, лохи начали задрачивать ХЛ. Спустя, сука, 10 лет игры, когда не стало ни Class United, ни ESL, блядь, ни CPL, блядь, по Half-Life'у. Ничего не стало, лохи такие, ой, давай-ка мы задрочим игру, блядь. Ну что ж, ребятки, не получилось у вас Джерка-то выиграть, блядь, никак, когда игра была актуальна. А теперь, блядь, это никому не интересно. И реально момент, когда проверяют игрока на честность, выходит другой человек за него играть. Ну охуеть, блядь. Именно так поэтому я все, ваш комьюнити на хуй прокручивал. Человек. Вот все, вы пиздоболы все, блядь. Никто если ты считаешь, что все комьюнити конченое, то мы тут не виноваты. Прикольно получается? Прикольно, на мой взгляд. Потом такие, Джерк, а что ты, блядь, ни с кем не играешь? Что ты всех хуесосишь? Задел и хуесошу. Потому что пиздоболы.
есть что сказать по этому поводу, пиздобола? За исключением трех замеченных. Ну ты-то понятно, сыкло. Ты-то понятно, очко, блядь. Ты зайди на паблик как-нибудь, когда я там играю, блядь, таких пизды получишь. А, ну хотя ты уже получал, судя по статистике. Это смешно было, да. Поэтому, да, скилла, конечно, нужно очень много, чтобы один на один играть, понятное дело. Но вот когда народу куча, блядь, тут, конечно, никто почему-то на паблик не заходит. Так уж, блядь, получается, что ничего у профессионалов не получается. Один джерк, блядь, с КД, блядь, 14, на первом месте в топе. За 30, а он обиделся на человека. А ваши имена никому, к сожалению, не известны. Ясно. Так уж получается. Может, тебе пора отдохнуть от игры? Нервы изберечь. А нет, я не обиделся. Я лишний раз убедился в том, что меня окружают пиздоболы. Даже те, кто спустя несколько лет пиздобольства, я говорю сейчас про Евила, который пиздел очень много, блять, и наебывал других людей, пишет через спака мне о том, что у нас friendly community. Джерк, заходи к нам играть, мы вообще все пиздатые ребята. Джерк заходит играть, вылавливает пидораса, который обвинял его в щитах. Говорит, давай, блядь, ну, ты чё через пака? Он мне, блядь, копировал сообщение, какая разница, блядь. Неважно, через пака напрямую, Евил, блядь, слишком сыкло, чтобы напрямую мне писать, блядь. Это давно понятно, нахуй. Вот, мне пишут о том, что тут friendly community, все, блядь, пиздатые ребята. И нахуй, блядь, на проверку оказывается просто пиздобольство. Человек, который забивал мне дуэль несколько раз, зовет играть другого человека, блядь. Пиздец. Вообще пиздец, блядь, я в ахуе. И мне, блядь, продолжают орать о том, что это, сука, нормальное, блядь. Нормальное вообще явление, тут все друг друга наебывают, и типа, это здорово, так и надо, блядь. Ебать, блядь, какое смешное, блядь. Но прикол в том, что даже когда я зашел продолжить игру, Айфер почему-то, блядь, не перезапустил карту, нахуй, а просто, типа слился. Кек, блядь. Так я не пойму, Евила здесь хуесосят, блядь, или чё? Так а у Евила какой ник-то, блядь? Отсутствующий вообще, в принципе. Я баню за нарушение правил. Так, Джек, забанить нас на паблик. Если ты выебываешься гоми, то я тебя баню гоми. Хоми, блядь, ты не гоми, это не хоми, это гоми, блядь. Гоми? Потому что хомо это гомо. Хоми это гоми, блядь. Это гоми, это не хоми, это гоми, блядь. Это гоми. Я хоми. Чё просто, какого хоми, блядь? Это гоми, ёпта. Да почему? Знаешь, петух, ёпта, он выебывался, получил бан. А Спаку сказал, что я его забанил, потому что он хорошо играл, блядь. Так я зашел конкретно к бабу показать, что он хуй мамин, блядь. Не кого-то обыграть. Не доказать, что я круче всех играю дуэли, блядь. Я круче вас всех играю на паблике, блядь. Я вашу маму там ебал, блядь. Заходите и получите пизды, что называется. Вот это я за это я готов вывести. А за дуэли мне нахуй это неинтересно, блядь. На Half-Life 2 этот матч forever, блядь. Единственный, блядь, нормальный паблик в Москве, на котором играют люди. Все, а кто играл на Half-Life матч forever? У Евила единственное получалось только, блядь, с Тиранусом вместе в одной команде играть, блядь. Когда он играл один, почему-то на паблике такие же пизделя были. Так вот, ребятки, я не играю в дуэли уже, блядь, хуй знает сколько лет. Мне это неинтересно. Вот на паблике это весело. Но на пабликах никого из вас так нет. Ты иногда почему-то заходишь поиграть. Потому что, наверное, больно, блядь. Потому что на паблике нужна, сука, реакция, блядь, когда против тебя играет 7 человек, из-за тебя 6 еще. Но, блядь, никто почему-то туда не идет. Все предпочитают друг с дружкой в пиздобольном комьюнити тусоваться. Конечно, интересно, нихуя себе, если, блядь, вместо одного человека играет другой, блядь. Конечно, интересно, блядь. У вас голубая мечта меня обыграть, но что-то до сих пор никак не получается все. Интересная хуйня, наверное. Странная хуйня, да? Вроде все орут, что играют круче, но, блядь, что-то никто на паблик не заходит, не доказывает это. Да пусть добавит меня в друзья, я ему уже это, пятый, кстати, год твоя, ору, блядь, да, добавь меня в друзья и поговорим там, с тобой, кстати, если что-то хочешь мне сказать, блядь. Но он почему-то только через паку все передаст, потому что он это передаст. Так пусть добавит меня в друзья, он не забанен, если он хочет что-то мне сказать, пусть скажет лично. Я ни от кого не прячусь, блядь, я просто замьютил нахуй лохов, которые тут галдели, блядь, хуйню всякую. Ладно, пиздоболы, с вами все понятно? Вот, если кто-то захочет показать свой класс, милости прошу на HL2 Forever. А
играйте дуэли друг с другом, вот, дрочите хуй и ебите друг друга. Я пробовал. Давайте, мать ваша ебала. Счастливо. Счастливо.